Три дня в закрытом режиме сирийская оппозиция вела консультации о будущем конфликта на Ближнем Востоке. Участники обсуждений призвали к выводу из Сирии всех иностранных военных, в том числе и наемников, а также к возрождению армии. Еще одним пунктом согласия стал призыв к организации гуманитарных коридоров для Красного Креста и Красного Полумесяца. Нынешние участники переговоров выразили пожелание встретиться еще раз на Астанинской площадке. Всего в переговорах приняло участие около 30 человек. Главы и представители различных оппозиционных сил, а также представители гражданского общества и независимые оппозиционеры. Однако посол Сирии в России Рияд Хаддад уже заявил, что Дамаск не ожидает каких-либо результатов от консультации сирийской оппозиции.